Сразу два учебных заведения в поселке Ерцево Конурского района готовятся к переезду из ветхих деревяшек в новое комфортное здание. Учителя и ученики Ерцевской средней школы и детской школы искусств с нетерпением ожидают окончания строительства. Екатерина Исакова продолжит. Ерцевская средняя школа – единственная на весь поселок с населением 3500 человек. За знаниями сюда приходят 223 ребенка. Сейчас школа размещается в двух зданиях, и в течение дня ученикам приходится не один раз перебегать из одного в другое и обратно. В этом здании у нас здание номер 3. Здесь у нас спортзал, здесь у нас столовая, здесь у нас компьютерный класс и начальная школа. Поэтому детям, которые учатся в основной в средней школе, им приходится постоянно перебегать. Было и третье здание. Его закрыли в 2011 году из-за ветхого состояния. С тех пор здесь учатся в две смены. А это Ерцевская школа искусств. Дети постигают прекрасное в деревянном здании 1936 года постройки. Но оно старое. Оно уже эксплуатации, как мне объяснили, не подлежит. Срок эксплуатации такого деревянного здания всего лишь 50 лет. А нам считайте, сколько уже? Скоро 100. В образовательных учреждениях уже много лет мечтают о том, чтобы дети в 21 веке постигали азы наук и искусства в комфортных современных условиях. Их чаяниям суждено сбыться. В прошлом году началось строительство нового здания. В нем места хватит на всех. Мы воплощаем в жизнь как бы проект, который аналогичная школа была в Подюге. Проект процентов на 90 аналогичен. То есть как бы... Там директор школы не нарадуется. На строительство современного здания из областного бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Над его возведением трудится 80 человек. Можно сказать, что если где-то строители немножко опаздывают, значит, какие-то другие виды работы идут вперед. Но строители, конечно, стараются завершить строительство в этом году. По плану строительство Ерцевской школы завершится в конце октября. И до конца года здание будет готовиться принять учеников. Первый звонок в новой школе для детей Ерцево прозвенит уже в третьей четверти. Екатерина Исакова, Наталья Пулина, Ольга Красулина, Регион 29.